Сфера интересов Краснодарского края и немецкого бизнеса Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Германию обсудил с топ-менеджерами компании. В частности, речь шла о возможности локализации производства агротехники в нашем регионе. Ниша очень сегодня большая и очень емкая для того, чтобы можно было в этом крае разместиться. Так же, как и говорил мой коллега, то есть экономические льготы, коммуникации, земля, подключение, то есть это очень важно. Важная составляющая для того, чтобы инвестор пришел и почувствовал себя комфортно. Это со своей стороны я лично гарантирую, что именно будет так. А рынок любой страны, любого государства – это как чашка. Неважно для чего, для чая или для кофе. Она пустой быть не может. И если вы не наполните российский рынок собственными интересами и собственным бизнесом, инвестициями, то это сделает кто-то другой за вас. Среди иностранных брендов серьезную долю рынка в производстве сельхозтехники на Кубани пока занимает только немецкая компания «Класс». Губернатор Краснодарского края также заметил, что ни о какой экономической изоляции от иностранных инвесторов в регионе речи идти не может. Необходимы условия для здоровой конкуренции.